Это кулинарный проект «Дым». Я вас всех приветствую. Впереди Новый год. Можно начинать уже разрабатывать какое-то новогоднее блюдо, какие-то рецепты. Я ценю свое время, и я люблю быстрые рецепты. Как сделать быстро и вкусно. Поехали! Попробуем приготовить лаваш с классическими начинками в другом формате. Нарезаем колбасу. Нарезаем все это помельче. Что-то наподобие кубиков, не принципиально. Так просто будет более удобнее кусать, нежели откусывать целый ломтик. Теперь убираем это в сторону. Грудинка. В таком же порядке нарезаем это. С мясом здесь абсолютная свобода фантазии. Можно использовать птицу, можно грудинку. Все на ваш выбор. Не принципиально. Так, теперь это тоже убираем в сторону. Поехали вот так. Теперь у нас идет зеленый лук. Лаваш обжарим в яйцах. Для этого нам нужно будет чуть-чуть их размешать. Приперчили. Подсолили. Размешиваем яйца. Теперь лаваш. И вот такой у нас идет трюк. Надрезали, положили сюда колбасы, лишнее убрали, положили грудинки, вот так овощей, сыр плавленый. И погнали, вот так заворачиваем. Раз. Два. Три. Раскалилась сковородка, масло доливаем и начинаем обжаривать. Теперь лаваш. Вот так яйцо окунаем. Также окунаем и начинаем обжаривать. И старайтесь обжаривать, где у вас находится шов на лаваше. В зависимости от огня следите так примерно 1-1,5 минуты, и можно переворачивать в сторону. Лаваш перевернули и процедуру повторили. Проявляйте креатив. С вами был кулинарный проект «Дым». До встречи.